Уважаемые, всех рад вновь приветствовать на этом канале. Саша Сумской, как всегда, по возможности на связи. Подъехало очередное коротенькое видео, в котором пронаблюдаем, как кризис коснулся ночных клубов Лондона. В данный момент находимся в восточной части Лондона, возле одного из самых популярных клубов в данной локации. Клуб называется Attic. Кто не в курсе, что это за клуб, ссылку оставлю в первом закрепленном комментарии. Можете посмотреть, для тех, кто не смотрел, какая тут раньше колбасня происходила. И сейчас посмотрим, что с клубом произошло. Наблюдаем, ребята, за видео. Также, кто не смотрел про ночную жизнь Лондона, да, про очередя, которые выстраивались возле этого клуба, можете в Ютубе просто вбить три слова «ночная жизнь Лондона» и сразу попадете на мой ролик. Там уже около 7, где-то 6 тысяч просмотров. Можете посмотреть, какие тут раньше очередя были. А сейчас, как видим, здесь нет ни одного человека. Сейчас у нас почти воскресенье уже, да, ночное время. Видим, клуб закрыт. Все, финито ля комедия. Ребята, вот сейчас стою возле второго клуба тут, в этой же локации. Смотрите, одни пацаны, короче, заходят в клуб. Присмотритесь, где-то процентов 90. Чисто какая-то гей-вечеринка, походу. Так что сегодня отбой по этой локации, по ночным клубам. Так что, ребята, такие новости. На этом этот ролик будет подходить к своему завершению. Всем, как всегда, спасибо за внимание. До связи в новых видео. Пока-пока.